Здравствуйте. Привет. Вот моя школа. Хотите, я вам ее покажу? Хотим. Сейчас я вам покажу рекреацию начальных классов. Здесь когда-то училась и я. Можете наблюдать, здесь очень много картин. Их, кстати, рисовали выпускники, либо просто ученики средней и старшей школы. Вот здесь висит папоротник, кстати, мой любимый. Мы как-то его называли Гена, но он уже утратил свое имя. Это рекреация второго этажа. Здесь тоже два класса, которые отведены для начальной школы. И здесь у нас очень много баннеров, на которых изображены как учителя, выпускники, как страницы истории нашей школы, так и учителя, которые очень долго служат нашей школе, которым мы очень благодарны. Пойдемте дальше. А это мой класс. Сейчас я познакомлю вас со своими друзьями. Пойдемте. В моем городе я не трачу много времени, чтобы добраться из одной точки в другую. Как, например, я бы тратил в других крупных городах, такие как Москва или Санкт-Петербург. В нашем городе есть много возможностей заниматься спортом, и не только в каких-то секциях, но также и на свежем воздухе. Например, в нашем городе есть Парк Победы, там освещение сделали, поэтому можно заниматься 24/7 спортом в любое время суток. Также отсыпали тропу здоровья, поэтому при любых погодных условиях можно гулять по лесу, наслаждаться пейзажами. Мне очень нравится, что в нашем городе есть прекрасная возможность заниматься любыми видами творчества и искусства. Здесь есть множество музыкальных школ. Ты имеешь право выделиться, ты имеешь право стать индивидуальностью и яркой творческой личностью. Я родилась в городе Череповце, и я очень люблю свой город за то, что он подарил мне счастливое детство, счастливую юность, и я уверена, что он подарит мне счастливое будущее. Сейчас некоторые из школьников, окончив 11 классов, к сожалению, уезжают в другие области, поступают в университеты других областей в поисках профессии и так далее. Лично я выбираю оставаться в нашем городе за то, что здесь спокойно, за то, что здесь очень много добрых людей. Касательно будущей профессии своей, я еще точно не выбрала. Но я склоняюсь больше все-таки к чему-то связанному с литературой, русским или иностранными языками. Но в любом случае я хочу поступать в Череповецкий государственный университет, потому что для меня это стабильность. Я знаю, что там есть много факультетов, и я думаю, что к концу года я уже точно определюсь. Ну, для меня, конечно, это доля радости, что не надо будет никуда уезжать из своей любимой комнаты, вот из своей атмосферы. Поэтому для меня стабильность как раз-таки в том, что я буду поступать в университет в городе, где я живу. А вот мое самое любимое место в городе – наша набережная. Сзади меня вы можете наблюдать граффити. Их писали представители молодежи Череповца. Они мне нравятся своей красочностью. Мне нравятся некоторые надписи, потому что в какой-то степени они отвечают моему мировоззрению. И если мы пройдем еще немного дальше, я покажу вам кое-что интересное. Я вам обещала показать кое-что интересное, но, к сожалению, у нас сейчас зима, поэтому это интересное скрывается под снегом. Но я могу вам немножечко рассказать. Летом, каждый раз, когда я гуляю по набережной и поднимаюсь по этой лестнице, ведущей на мост через реку Ягорбу, я обращаю внимание на одну единственную надпись. Эта надпись, написанная белой краской, гласит: «Представь, что эта лестница карьерная». И каждый раз, когда я ее замечаю, у меня появляется на лице улыбка, и я спокойно поднимаюсь по этой лестнице вверх, осознавая, что эта фраза в действительности может однажды случиться.